партнера потяжелее 98 килограмм. Арбитр встречи, вижу, что Михаил Закаляпин с Латвии, Александр Каджихару, Румыния, боковой судья. Кирилл Князьков на ваших экранах в красной форме. Он победитель первенства мира в прошлом году в Греции был. Его соперник Зураб. Зураб Чагилишвили, Грузия. Ну что ж. Второй спортсмен из Грузии вышел в финал. Быть может, грузинская команда боролась сегодня, скажем так, хуже ожидаемого, но два финалиста у них есть. Серебряная медаль уже была, а золотой у них еще не было. Если вы обратили внимание, очень мало секундантов выходит. Я вчера об этом говорил. Для того, чтобы тренер мог, имел возможность секундировать, нужно получить аккредитацию. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, но это минимум. И, конечно же, пройти семинар аттестационный. И после чего тренер будет допущен к секундированию. Такое правило было введено еще с января этого года, но поскольку турниры мировые запланированные не состоялись, пяточку опасно мог выхватить сейчас грузин. Заходил на подсад очень Князьков откровенно. А вот захват был неплотный, так они причудливо разлетелись друг относительно друга, и Князьков продолжает атаку в партере на руку. А Зураб Чагилишвили пытается встать, но вот сбил его Князьков, не дал встать. Опять Зураб пытается встать, вот еще раз, еще раз. Он стоит на коленях и, в общем-то, близок к тому, чтобы встать, но пока что ему это сделать непросто. Рука прямая, сдача. Ну, чудо не произошло, да. Сдача. Итак, Князьков Кирилл становится двукратным победителем первенства мира. Зураб Чагилишвили завоевывает серебряную медаль. Весовой категории до 98 килограмм на первенстве мира среди юниоров. Станислав Степанов, Болгария, и Василий Мишчанко, ФИАС-2, завоевывает бронзовую медаль.